Здравствуйте, с вами Светлана. Мы в магазине Fix Price, город Саратов, улица Пугачева. Смотрите, какая прелесть. Это у нас чайник из новинки. Чайник идет с небольшим таким ситечком винтовым. Бамбуковая крышка. И сам он стеклянный, из сбора силикатного стекла. Упрочненное стекло. Крышка бамбуковая, а с обратной стороны выполнена из нержавеющего материала. Так, чтобы пар не испортил крышку с обратной стороны. Это очень замечательно сделано. Прям классно. Правда, ценника нет. Баночки. Баночки. Маленькие баночки по 99 рублей. Также крышка бамбуковая. Из бамбука. Баночки для хранения фирмы Kitchen. Малышки такие симпатичные. Очень будут хорошо смотреться на вашей кухне, если вы особенно приобретете, вот как бы соберете набор. Классно. Также еще в магазине Fix Price лежат разделочные доски или сервировочные блюда. Сервировочная доска размер 29 на 19, цена 249 рублей. Большая. Вот такая вот. Идеально подходит блюдо для подачи суши, роллов, мясных блюд или десертов. Классная вещь. Форма для выпечки 27,50. Материал бумага. Каждая в индивидуальной упаковочке. Это очень удобно. Также доска разделочная, гибкая. 55 рублей. Цвет в ассортименте. Производитель Россия. А в ассортименте у нас здесь серые, голубые, мятные. Различные. Также опять привезли Fix Price. Сейчас я достану. От фирмы Kitchen Dispenser. Для фольги и пергамента. Такие уже были. Но вот завезли еще, по-видимому, был запрос. Цвет мятный, белый, сиреневый, персиковый. Также поднос 40 сантиметров. Дизайн у подноса различный. 149 рублей. Без ручек, но имеет высокие бортики. Также в новинке у нас поднос. Размер 30 на 16. Фирма Kitchen. Цвет и рисунок один. Бульонница с ручками. 500 мл. Цвет черный с блюдцем. Форма для запекания 16 на 22. Бортики высокие. Опаловое стекло. Цена 299 рублей. А также форма для запекания. Вот такая вот кругленькая. Белая. Также опаловое стекло. Бульонница. Вот посмотри, какие эти бульонницы привезли. Фирма Kitchen. 620 мл, 99 рублей. Материал керамика. Цвет бордовый, синий, серый и черный. Тарелка или салатник от фирмы Kitchen на литр 250. Высокие бортики, цвет белый. И тарелочки за 77 рублей, 20 сантиметров. Цвет серый. И серо-голубой в наших магазинах Fix Price. Салатник или пиала бол фирмы Kitchen. Черный цвет внутри и снаружи с золотыми прожилками такими интересными. Тарелка глубокая, 850 мл, 149 рублей. Очень красиво выполнена. 860 мл, как я уже сказала, и материал фаянс. Цвета темно-зеленые, белые и розовые. Из новинок у нас появился салатник. Подходит замечательно к фужерам. Называется у нас барокко, 800 мл, стекло. И производитель Россия гусь хрустальный. Смотрится очень-очень красиво, если это все будет, допустим, вместе стоять на праздничном столе или не на праздничном.
от фирмы Kitchen Пиала Бол, 465 мл, опаловое стекло, очень интересный размер. И знаете, она такая квадратная пиалочка, но у нее закругленные уголки, смотрится симпатично. Также еще в магазине Fix Price стоят салатники от фирмы Kitchen на 800 мл, яблочки. Присмотритесь на подарочки к Новому году. Сюда можно еще положить какой-нибудь подарок сладкий, конфеты, и упаковать будет смотреться даже неплохо. Салатник на 1,5 литра за 199 рублей. Цвет белый, опаловое стекло, фирма Kitchen. И салатник с крышкой. Очень удобно готовить салатики. Потом убрать все вот в такой салатник, крышечкой накрыть, или после праздника остаются какие-то салаты, сюда сложить, крышкой закрыть, ничего не заветривается. На 1,1 литр 249 рублей. Пиала Бол 780 мл. Материал у нас керамика, цвет серый и светло-серый. По качеству не очень, девочки, совсем не очень. Очень интересная тарелка. Она не круглая, не овальная, на 24,5 сантиметра, но такая прикольная, знаете. Салатник на 1,2 литра, такой же, как я показывала, маленький, 655 миллилитров, 149 рублей. И большой салатник. Сейчас я его достану. Посмотрим вместе с вами. Посмотрите, какая красота. Уже потихонечку начинаем готовиться к Новому году. И потихонечку можно на стол собрать посуду. Смотрится неплохо. Неплохо, девочки. Аккуратное обращение с опаловым стеклом. Не бить, не ронять, и будет жить у вас долго. Салатник на 750 мл в виде листа. Это не новинка. Это уже был такой салатничек. Стоит он 99 рублей. И здесь у нас лист пальмы. А также вот такие маленькие салатники. Или соусники. Или порционные салаты можно сюда разместить. Смотрится симпатично. Также банки. Банки на 250 мл. Стиль лофт. Крышка черная. 55 рублей. Очень-очень бюджетно. Из новой коллекции тарелочки от Luminarc. Цена на нее 149 рублей. Цвет бордовый. И цвет серый с белым. В новинках у нас крючки от компании Home. Прозрачные. Цена на них 55 рублей. Дизайн разный. Подставка для губки на кран. 77 рублей. Цвет в ассортименте. Внутренняя часть удаляется и хорошенько промывается. С обратной стороны можно крепить на кран. Органайзер для хранения, допустим, полотенце для лица, для ног, гостевые, банные. Цена 199 рублей. Имеет две ручки. Ну, мне кажется, 199 рублей она не стоит. А также в новинках нам привезли моп для швабры. Такой редкий. Ниточки у него, посмотрите, торчат. По качеству не очень, не советую. Перчатки женские. 249 рублей. Конечно же, кожзам. Искусственная опушка. И два помпона. Цвет серый, черный и белый.
Также в новинках перчатки. Перчатки вязаные. Цена на них 99 рублей. Цвет белый, персиковый, розовый и вот такой вот серый. Смотрится неплохо. За 199 рублей можно приобрести вот такие вот перчаточки. Мне кажется, они демисезонные, но у кого зима теплая, также можно приобрести. Цвет серый, черный и сиреневый, нежно-сиреневый. Фикс-прайс привезли новинку, шапки женские. Поставщик у нас идет Россия. Цвет розовый. Крупная вязка. Внутри утепленная. Коричневая или больше, наверное, кофе с молоком. Сиреневая, крупная косичка. Зеленая. Вот такая вот серая с бусинками. И идет манжет. Можно, конечно же, в магазине примерить. И шарфы. Нет, это не шарф, это тоже шапка. Интересная такая. Но без подворота. Мне больше понравился вот такой вот вариант. На голове будет сидеть замечательно. Обратите внимание на подплечники, вешалы. Мы сейчас меняем одежду с легкой на более теплую. 4 штуки в наборе, бархатные. Цвет в ассортименте. А также есть вот такие вот пластик, 3 штуки в наборе. Тонкие, но они прочные. 5 штук в наборе. Вот их я и вам и советую. Они антискользящие. И цвета в ассортименте, девочки. Какие хотите. Для мужчин, для женщин, для детей. А также коврики от компании Home. Предверные. Качественные. Легко моются. И дизайн различный. Расцветка различная. Фикс-прайс привезли новинку. Сидушка на стул или табурет. Имеет 2 завязочки, ленты. Смотрится очень симпатично, мягко. И цвета, смотрите, есть мятно-серые, зеленые-серые, розовые, а с белым и коричневым цветом. На любой выбор. Поднимите только голову, и для вас выбор. Подушки. Подушки производитель Иванова. Цены, правда, нет, не вижу ее. Тапочки. Тапочки женские. Очень легкие, но носиться долго не будут. За 199 рублей. Также вот такие вот голубые. Также долго носиться не будут, порвутся. Недели через 2 самые лучшие. Здесь есть и в горошек, и в мелкий, и в крупный. Вот такие вот бант. Также легкие, и качество тоже. Мы в отделе хранения косметики. Хочу вам посоветовать присмотреть на подарок к Новому году подруге, маме, сестре органайзер для косметики и аксессуаров. Каждый органайзер находится в индивидуальной упаковке. Цены 249, 199. Выполнены из акрила. Данный акрил и бамбуковая крышка. Смотрится неплохо и хороший подарок будет. Жидкое мыло, крем-мыло «Райский сад». Очень жидкое, но с дозатором. И цена 55 рублей. С картой 47. Жидкое мыло 300 мл «Ромашка» для всей семьи. 77 рублей. В магазине Фикс-прайс в отделе все для праздников. Привезли ленту для упаковки 6 сантиметров на 2,7. 99 рублей. Здесь в серебре, в золоте и в различных рисунках, орнаментах. Вот в руке у меня елочки в серебряном цвете с
снежинки в серебряном цвете. Вот такая вот паутинка в золотом цвете. А также для подарков можно приобрести вот такие вот ленты. С Новым годом красная. Бежевая. 1,5 метра длина. Кружки новогодние. 199 рублей 360 миллилитров. Смотрится очень симпатично. Снежинки. И под мрамор выполнено качественно. В розовом, в голубом цвете. И 370 миллилитров. Кружка новогодняя. Всего лишь 99 рублей. За 149 рублей 430 миллилитров кружка новогодняя. Внутри она красная, снаружи белая и с рисунком. Очень милый рисунок, но она уже потяжелее предыдущей. Понравились мне вот такие вот кружки за 299 рублей. Снежное кружево, легкое, приятное на ощупь. А внутри она белая, золотой ободок и покрытие золотое. Рисунки олень, снежинки, елочки. Выполнено все качественно. Тарелка гномики за 149 рублей. Минажница, елочка 299 рублей. Доломит. И подставка под ложку. Гномик. А на этом все. Пока-пока. С вами, конечно же, была Светлана. Подписываемся, ставим пальчик вверх. Буду, конечно же, вам благодарна. Посмотрите, какая милая игрушка. Бельчонок с шишкой. Керамические елки в сером, голубом, белом, розовом цвете. Подсвечники, свечи. А можно подарить любимой подруге, знакомой, соседке календарь, блокнот, магнит, бантики за 149 рублей на упаковку подарка. Очень красивые бусы. Бусы на елку.